Иван из Красноярска интересуется. Заказали межкомнатные двери. После установки заметили, что дверные замки не работают. Фирма, которая устанавливала двери, отказывается менять замки, так как у нас есть только квитанция за оплату установки, но нет чека о покупке дверей у этой фирмы. Законно ли это? В соответствии с федеральным законом о защите прав потребителя, в случае обнаружения недостатков товара, покупатели вправе по своему усмотрению требовать от продавца замены товара на товар той или иной марки, незамедлительного и безвозмездного устранения недостатков товара, уменьшения покупной стоимости товара, а также возврата уплаченной денежной суммы за товар. Отсутствие каких-либо документов, подтверждающих факт или условия приобретения товара, не является основанием для отказа в удовлетворении любого из перечисленных требований. Людмила из Красноярска спрашивает: «Мы живем на втором этаже многоквартирного дома и не пользуемся лифтом. Предусматривает ли закон в этом случае какую-либо возможность для нас не платить за лифт?» Условия пользования общедомовым имуществом, а также оплата за его содержание и обслуживание устанавливается на всеобщем собрании собственников жильцов в многоквартирном доме путем всеобщего голосования. Вы можете обратиться с письменным заявлением в управляющую компанию, которые должны будут также подписать другие жильцы, проживающие на вторых этажах в вашем доме. На очередном всеобщем собрании собственников этот вопрос, может быть, и будет решен в вашу пользу. Валентин из Железногорска интересуется, может ли быть генеральным директором общества с ограниченной ответственностью человек, не имеющий российского гражданства? Для процедуры государственной регистрации совершенно не имеет никакого значения, кто будет генеральным директором, иностранный гражданин или гражданин Российской Федерации. Поскольку процедура подачи документов для регистрации руководителя юридического лица имеет неразрешительный, а уведомительный характер. Однако это не исключает оформление полномочий генерального директора с учетом требований миграционного законодательства. Рубрика подготовлена при поддержке Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России.